Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, с вами Аурум, и сейчас я нахожусь на аккаунте, на который никогда никто не донатил. И сегодня я запарю ему, задоначу что-нибудь вообще эткое. На самом деле нет. Просто это я к чему вообще сказал, потому что чувак, владелец этого аккаунта, когда вот перед тем, как давал мне данные от его ака, он мне написал: ни в коем случае, даже если ты сам захочешь, не донать ничего мне на аккаунт. То есть для него эта позиция абсолютно принципиальная. И, окей, давайте сразу по пруфам. То есть служба поддержки ответила, что действительно на его аккаунте никто никогда не донатил. То есть аккаунт абсолютно чист. Я вообще не знал, что служба поддержки имеет право такое говорить. И мне, если честно, когда я задал подобный вопрос, они мне не ответили, сколько конкретно я задонатил. Но это тема для другого отдельного ролика. Кстати, если хотите узнать, мне, блядь, самому интересно, сколько же Аурум задонатил в игру Clash Royale, ставьте прямо сейчас большой-большущий такой палец вверх, потому что я еще не считал, мне очень интересно, но я нашел способ, как действительно практически точно посчитать. Ну, мне так кажется. Окей, возвращаемся к этому аккаунту. В общем-то, во-первых, смотрим на кубасы. 4691 кубас. Не донатя ни копейки. Ни копейки, блядь. Все, кто говорят, что Clash Royale вынуждает вас донатить, вот, пожалуйста, это тот чувак, тот самый тип, который это все опровергает. 4691 кубас, 12 уровень. И, блядь, почти фул колода. Я просто вареный, но это действительно так. Я не знаю, может быть, он подделал эти скрины, в чем я очень сильно сомневаюсь, но у меня тут также много есть... А, знаете что, давайте еще вот что посмотрим. Мы сейчас его, блядь, разоблачим. Статистика турнира. Выиграно 163 карты. Значит, статистика войны кланов, статистика испытаний. Максимум побед 15, выиграно карт 8199. Ну, очень мало. Вы сами понимаете, это очень мало. Посмотрите в другие профили, это крайне-крайне мало. И, судя по всему, чувак играет практически столько же, сколько и я по времени. Но побед у него 3466, трофеи больше всего почти 5к. Ну, блин, я не знаю, мне кажется, это рили правда. И самое крутое, очевидно же, что самое крутое, обращаем внимание, у него, блядь, есть абсолютно все леги. И... знаете, эта инфа как крутая, ну типа, что вот, можно без доната их все получить, так и немножко грустная, потому как ценность легендарных карт сейчас в игре Clash Royale абсолютно на таком диком мизере, что просто пипец. Я сейчас буду как дедушка и бабушка говорить: а вот помните мороженое по 50 копеек? Но правда, а помните, когда мы выбивали леги с огромнейшим трудом, и насколько сильно каждый школьник, в том числе и Аурум, ну я же тоже когда школьником был, радовались так, что просто дичь, искренне радовались каждой выбитой легендарной карты, то сейчас чувак без доната, без ничего вообще абсолютно собрал себе коллекцию из легендарных карт. С точки зрения игры, клево, что якобы она такая не требующая доната, хотя мы-то знаем, да, то есть, ну, мы же другую сторону медали не обсуждаем сейчас, мы же не можем посмотреть, сколько же времени чувак убил на эту игру, да, и насколько тяжело ему удалось вот получение всех лег, 5000 кубасов меня больше всего прибивают, да, потому что, ну, реально, рекорд 5000 кубков без вообще копейки доната, это реально очень классно. Что же мы будем дальше делать? Значит, вы видите, 12 уровень, видите, 663 тысячи голды, еще и сундучок откроем, здесь тоже вот 1100 голды, гемматика упала, королевские рекруты, хорошо, и я даже практически поверил, что там будет лего. То есть за эту голду мы сейчас будем апать ему 13 уровень, и у нас будет 13 уровень со всеми легендарками без единого доната. Ну и начнем с легендарных карт, то есть он говорит, типа, начинай с лег, и там вот дальше как получится. Поэтому абсолютно на свое усмотрение апаем гончу за 20к, это 600 опыта. А дровосека 20к, тоже немножечко опыта. А ледяной колдун у нас уходит. Главное, чтобы запись была включена. И все леги у нас апнуты. То есть, в принципе, бля, я в шоке. Я не понимаю, как можно без доната на самом деле иметь третьи леги. Еще бандитка у нас осталась.
я, ну, это реально, блин, меня шокирует, потому как у меня прокачка, не, ну, у меня лучше, хорошо, у меня лучше прокачка, но если бы знали, сколько задонатил я, вы бы просто охуели. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что какую-нибудь машиночку такую, знаете, такая пи-пи, можно было бы на эти деньги купить. Но это, опять же, если много лайков будет к этому видосу, то буквально на днях я сам посчитаю, возьму калькулятор, посчитаю и вам скажу. Дальше, что у нас? Ну, давайте голема еще за 20 тонн, конечно. 20 тонн есть, а молнию пригодится. Почему нет? Почему нет? Естественно, пригодится. Ведьма. Тоже есть такой вариант. Принца, да. Шар прокачан. Вышибалу, ну, могем. Ну, почему нет? Шестой уровень, тоже ничего. Пушка на колесиках есть. Палач, конечно. Конечно, палач. И, кстати, только буквально до шестого уровня. То есть не так уж много, да? То есть не так уж много этих эпиков уходит. Поэтому нормально. Тем временем у нас еще заморозку, да? И у нас остается практически ровно 11 тысяч. Охотник. Берем. Берем охотника. Дракончик тоже. Ну, почему нет? Так, варварская бочка. Не можем разобраться. Клон, ну, все подряд, я все подряд апаю, в принципе, нам должно хватить. Единственное, пропущу там элитный домик варваров, там такие, рейдж, например, я не буду, у меня рука не поднимется, зеркало не хочу, то есть, ну, типа, я очень сильно сомневаюсь, что чувак на полной серьезке им играет. Трех мушкетеров, да, да, трех мушкетеров, да. Ну, то есть, мы к этому вернемся, если понадобится, но думаю, что не понадобится. А сборщик, почему нет, А, ракета, да. Хижина гоблинов, хз, но окей. Так, свинюшки у нас пофиксили уже или нет, я уже не помню. Вроде бы еще изменения баланса не было, так что играй на здоровье. Колдуна, да. И смотрим, смотрим. 77 тысяч. Ну, нам всего вроде бы, блин, очень так на грани, знаете ли, хватает. Оп. Значит, еще... Так, 5 раз. 5 раз по 600. 3000. Да, нам ровненько, идеально хватает этого. Идеально хватает вроде золота. Так ли это? Да. Вот, и еще разочек прям... А, он все высчитал ровненько. Все суперски. Даже больше. У нас на 20 тысяч голды даже больше. И вот это исторический момент. Возможно, первый уровень, ну, первый, который вижу я, с такими хотя бы визуальными доказательствами, что он без доната, это первый уровень 13 уровня, который, вот, блядь, ну, это невероятно, ребят, это реально невероятно. То есть я постоянно вспоминаю те времена, вот, постоянно ностальгирую, вспоминаю, какая игра была 2.5 года назад, и мечтать о том, что без доната кто-то когда-то сможет докачаться до фула, то есть до 13 уровня, собрать все легендарные карты, которые, кстати, в игре сейчас дохерища, то есть тогда их было 2 или 3, сколько в начале было, и мы их никак не могли выбить, то сейчас их вообще, сколько, кстати, у нас легендарных карт, 1, 2, 13 вроде бы, 2, 2, 2, 2, 4, 8, 12, 15. Ну, если я опять же правильно считаю, 15 легендарных карт в игре, и чувак все их получил, да еще и попрокачивал. Вот еще бревнишка, еще буквально одна карта, и она будет спокойно у него 3 уровня. Поэтому... Я не знаю, Кросс, красавчик, под конец, давайте, он попросил клан его прорекламировать, так что если хотите передать ему привет, спросить, как же он, в общем-то, этого достиг, вот, пожалуйста, клан называется Advent, хэштег у вас на экране, клан уже нормальный развился, то есть, ну, чисто ему так, такой респектик, ибо задонатить-то я ему не могу для респекта, поэтому в таком ключе все это вам дело покажу. Ну, блин, Кросс, больше всего вот меня упирает, что 5000 кубасов, ну, почти 5 494 кубаса без доната, ну, я не знаю, просто молоток.
Ну и под конец, еще раз напоминаю, если вы хотите узнать, сколько же я просрал на эту невероятную игру, ну как минимум по требованиям доната, то обязательно ставьте этому видео лайк. Почему невероятно? Потому что те, кто изначально играли, им было очень тяжело и приходилось дохера донатить. Те, кто немножечко потерпели, то сейчас, как видите, они могут обходиться абсолютно без доната, быть супер-мега-крутыми пацанами, ни копеечки не вкладывать. А такие, как я, да, имеют почти фулл прокачку, но по сути у меня все так же, все леги, у меня все так же фулл колода и рекорд, по-моему, ниже, чем у этого пацана. Поэтому такие вот дела. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачки, ребят!